Заров, если ты плавать не умеешь, куда ты полез? Я хочу окунуться, мне жарко. Спасательного круга у меня нет. И что? Без спасательники ловить. Там судаки. Ничего, я с ними. Серёг, давай. Подожди. Не могу, Илюха, давай. Пацан, давай. Илюха, давай, пацан. Подожди, давай, пацан. Ах, блядь. Серёга. Да, когда мы распускали, помнишь, еще два это и джиг также. Давай быстрее, не играй с ним, он у тебя висит. Привет! Базаров! Я себя поймал! Ну ты красавчик! Ты хотел другое что-то сказать. Ой, блин, дурдом! Это, по-моему, залетный какой-то. Что-то тяжелое. Непонятно. Мешок какой-то с какашкой. Давай под сычок-то. Серёг. Сюда как сюда. Чем ты меня удивишь? Какой-то стандарт этот реально. Калиброванный. Так, на глубине его рано утром нету, судака. Второе утро, и вот, в принципе, в самое сраное утро. Здесь нахрен все удалить. Сраное. Ты, кстати, за шарик зацепился, так можно шарик оторвать. Хорошо. С самого утра, скажем так, да, три... Полчетвертого, на глубине 8 метров его нет. Будем сейчас пробовать поближе к берегу. Ну или, возможно, он стоит глубже, там мы пробовать не будем. Мы потом вернемся уже на глубину 7,5-8 метров. И он должен выйти, вот, наверное, где-нибудь минут через 20, может быть. Через 40. Посмотрим. Ладно, сейчас дорожку, короче, сделаем по мелику. Ну как по мелику? Метров по 5, попробуем пройти, по 5. Под ребром заколол. Ой. Смотри, в эту проводку взял. Тебе помощь нужна? Да, у меня покрупнее. Подсак. Вот это дуплетик. А вот это хороший дуплетик. Трофея уже не буду брать. Начнется. Нет. Будет. Да, я понял.
Чего я рекламу-то не включаю, не знаю? Какую? Какую-нибудь, трындец. Мне же говорят, что у меня сплошная реклама стала. Да, что пиарить? Ну, Сереж, тапочки надо пиарить обязательно. Тапочки. Подожди. Декатлон. Тапочки Декатлон. Декатлон нам по батер должен, Серёга. Сегодня, значит, оставим шапочку, поясочек и Кельвин Кляйн обязательно. И отснимем видос. Базаров моет лодку. Главное, эротично все делать. Ёп. Еще один хороший. Хороший? Ну, не маленький. Может быть, конечно, их поменьше. Всякие штучки досекущие. Но наверх, видишь, не вылазит. Задушку точно. Больше двушки. Рядом. Вот они, 150-е. Ты решил удвоить свой результат? Решил бобра умыть. Ох, красавчик. Поздравляю тебя. Спасибо. Сейчас пятачок. Пятачок. Опа. Красавчик. Кино будет. Вот оно. Кино будет. Вот он. Сейчас третья потычка. Все-таки догнал. Ушел. Да что такое-то? Да это не он догоняет, это судак, если его кололся, он уходит в сторону. Это стая стоит. На 8 метрах. Есть? Маленький, но есть. Что, пошла мелочь? Как я тебе говорил, солнышко стало. Сейчас знаешь, чем, блин, спускаться, конечно, геморно. Чуть пониже можно спуститься. Закупил? Да. Там прощупать. Размер копчения. Сегодня все. Размер короче. Нет, сантиметров 40 в нем есть. Да, точно там. Секунды думает перед тем, как остановить двигатель, а? Крупный? Вот не скажу. А знаешь почему? Хрен его знает. Я не уверен даже, что это сюда. Потому что как-то очень башку трясет. Хотя щечка бы уже сплыла, наверное. Ну что, давай. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Ты упустил мою рыбу. Ты специально это сделал. Все видели? Нет, вы все видели? Сейчас я его поймаю. Я просто отпускаю, не крупный. Ориентир другой. Сейчас еще возни здесь. Как пить? Ну что, сегодня у нас, в принципе, такое первое основное утро.
21 число. Приехали мы 19-го, пока настроили потолок. С двигателем разбирались, настраивали, чтобы винт там меняли, угол наклона его. Вот, и вот сегодня у нас такая первая хорошая основная рыбалка утренняя. Взяли уже порядка 4-5 хвостов. Время 6 утра, без 15-6. Клев начался где-то, наверное, с часов с 5, наверное, да? Где-то с 5, из чего-то 5. И ловим мы на 150-е агрессоры. Ставили и 125-е, и 150-е. Не знаю, почему-то белый сегодня не очень себя показал. Хотя вчера он отстрелялся довольно-таки неплохо. Эх, прозевал поклевку, болтая с вами. Значит, неплохо себя показывает. Зеленый 217-й цвет. Агрессор 150-й с 8-метровой лопатой. Идем по глубинам. Где-то 7,5-8 с лишним метров. Со скоростью около 3 км в час. Вторая поклевка была. Вот. Судак довольно-таки активный. Питается, как вы поняли уже, да, крупной добычей. Берет, в принципе, ну, не то, что прямо уверенно. То есть печки есть, который просечь довольно-таки тяжело, и хватает за задний тройник. Задний тройник мы поймали, кстати, не так много. Он, в принципе, бьет где-то, наверное, в середину. Что еще можно сказать? По поводу, значит, спиннингов, наверное, можно поговорить, да? Немного, как говорится, рекламы. Болтая, ушел на 7 метров с вами, сейчас немножко углублюсь. Значит, у Сергея, значит, старая добрая авача, которую я показывал в том году, тоже в июньской поездке. Себе Палыч хорошо зарекомендовал. Это полуторачасник. 2.10 с тестом 300 грамм. До 300. Вот. Она протягивает, в принципе, хорошо и агрессоры, скажем, халкообразные. И справляется с любыми другими мелкими приманками. Трехметровыми. Палочка такая универсальная, довольно-таки неплохая. От компании Волжанка, кстати. Плетенка, катушка у нее стоит Акума, Кудватер. Уже наслышаны, ссылку тоже, как бы, ну, более подробное описание о ней мы оставим под видео в описании. Почитайте, в принципе, там и про спиннинги, и про плетенку. Обращайте внимание вообще на описание под видео, там много полезной информации. Где что можно купить и... Есть? Есть. Вот. Большой. Где что можно купить и, в принципе, на то, что мы ловим. Если где-то что-то прослушали, под видео всегда можно посмотреть. Вот у меня, значит, спиннинг есть на паузе. Пока я вам показывал, воблер начал всплывать и удар. У меня Магнус от компании Sportex. Это Travel, трехчастник. Катушка такая же стоит. Да, неплохой, кормовой. У меня чуть побольше, похоже. Где-то такой же. Без подсвечника попробуем взять. Вот такой же. Дуплетик. Да. Ай, руки режут. Так. Да, у меня даже поменьше. Вот. Ну, размер копчения. То есть это где-то, наверное, 45-40 сантиметров. Сережа даже побольше, наверное, сантиметров 50. Так, меня очень опасно. Да. Ситуация у меня не очень приятная. Так, сейчас Сергей справится, поможет мне. Так вот, значит, это Магнус от компании Sportex. Как я говорил ранее, это 10-летняя гарантия. Вот, компания Sportex дает 10 лет гарантию на бланк и год на фурнитуру. Сейчас я это закину. Вон. Что еще? Значит, в принципе, значит, ссылку там под видео в определенном магазине, скажем так, в интернет-магазине официального, кстати, дилера, представителя. Мы с ними договорились на выставке. Вы можете получить
скидку дополнительную по промокоду DIVER10. 10% скидка на всю продукцию от компании Sportex. Так, что еще? По поводу тревела этого, да, про Вачу мы уже говорили. Я снимал порядка, наверное, 2 или 3 видео, и периодически где-то еще светились они у меня в других видео. Есть полноценное видео именно по Вачи. Вот. А это было так бледно. Вот. Значит, по поводу Магнуса, значит, по поводу тревела. Тревел морской. Вот. И он, в принципе, самое, что интересное, оказался довольно-таки с хорошей чуйкой и довольно-таки мощным. Значит, на зацепе тут сейчас тоже проверили его, по течению шли, ничего там, все выдержало, все нормально. 2 трешки он удачно вообще. Ну да, 2 трешки он взял, не напрягаясь, понятно. Вот, сама пока мы никакого не поймали, не взяли. Спиннинг довольно-таки легкий, ну, скажем, в меру. Тяжелый, в меру легкий. То есть его тяжелым не назвать. Ручка очень удобная. Классный дизайн. Написано Magnus. Вон, стильная такая здесь палочка. И чем удобно, в перевозке она получается вот, вот эта ручка отдельно. Раз. То есть вставляется здесь. Второе колено. И третье. А он получается 4. Раз, 2, 3. А получается 4. Он частный. 4-частный, да. Да, и тубус получается вот такой. Вон. То есть для перевозки очень удобно. Багажник положили и поехали. Мощный, с хорошей чуйкой. Палка мне понравилась. Значит, длина у него 2,10, 30 лб. У них есть еще с 20 лб. Кому, если интересно, у меня тоже есть. Мы попробуем чуть позже его тоже вам показать. Но 30 лб мне понравился. Он, в принципе, чем-то напоминает Force Line. Вот. Колечки у него низкопосаженные, довольно-таки так, ну, я говорю, стильно, все аккуратненько смотрится, ничего не, грубо, не раскорячивается в разные стороны, не торчит, ну, приятный спиннинг. Вот. Ну, что о нем? Все, наверное, качественно сделан, стыки не расходятся, я думаю, будут расходиться, постоянно тут проверял, все нормально держится, ничего не отходит. Контргайка, значит, одна, у катушка-держателя. Вот. Хорошо фиксирует, ничего нет, значит, не отходит. Но, опять же, у катушки-держателя вот много-много витков запасных осталось. Где, когда мы держим, вот мизинец мне лично режет. Вот. У Авачи, допустим, наоборот, все сверху, и там ничего не мешает. Ну, как пример. Вот, ручка удобная, из Эво. Вот. Здесь был большой набалдажник, я его снял, потому что там неудобно. Кто, допустим, ловит с упором, да. Ну, а здесь был вообще такой большой гриб. Вот я его снял. Ручка удобная. В принципе, я говорю, вот она перекрывает локоть. Не знаю, видно вам, нет, сам себя снимаю. Вот, поэтому как-то так. Спиннинг зачетный. Вот. Все, где купить, где приобрести, если кому интересно, значит, посмотрите в описании под видео. А мы поедем дальше ловить. Можно? Да, мы сейчас поедем ловить дальше. Надеемся еще кого-то зацепить. Сейчас поймали вот дуплетиком небольших. Как я и говорил, в принципе, солнышко встанет. Уже не будет сильно трофея. Не факт. Это первый, не факт, да, мы как попробуем. Но пока солнце еще из-за деревьев не поднялось, у нас было намного больше, кстати, поклевок. И трофеев мы поймали больше. Не поверим. Хорошо. Базаров все сейчас, да, надеется, что солнышко подымется. Чем будет, то это. Все, ему сейчас атрофеется. Ну, пусть атрофеивается. Так. Все, наверное, что? У нас новый эхолот, кстати, но о нем чуть попозже. Элемент 7. Вот, у нас новая лодка, о ней тоже постараемся сегодня рассказать, мы будем ее мыть, и мы, наверное, можем сделать какой-то обзорчик. Вот, как-то так. Надеюсь, у меня камера включена, иначе это будет пи***ц. Нет, все хорошо. Все, у нас, кстати, еще одна палочка тоже есть в тесте, это от Sportex, как называется, что-то, Cat? Это у нас Turbo Cat. Turbo Cat. Я не буду пока о ней ничего говорить, потому что она только-только мы начали ее пробовать. Да. Там коротыш 1,85 м. Предварительно хорошо, но... А, кстати, вот катушка у нас еще новая тоже в тесте. Я еще пока даже в руках не держал. Вот Сереге дал, он первый, значит, ее... Как в тесте. То есть, опять же, ребята, то, что мы тестируем... Это... Просто пробовали. Это как бы, да, мы сами тестируем. Это, как бы, опять же, моя личная тоже катушка, которую я купил у человека, где вот в ВК я размещал, значит, ссылки человек с Украины и... Значит, не знаю, откуда у него, чего там эти катушки. У него там порядка 10 штук, вот он уже там сколько, 3-4, наверное, продал. Вот. И ценник гуманный, не знаю, опять же, сожрете меня, скажете, реклама. Короче, по 9 тысяч, за 9 тысяч я ее брал. Вот. А так она в интернете стоит
блин, 11 до 12 тысяч, да. Вот. Ну, как-то так, кому-то если интересно, тут уже обращайтесь, в ВК можете написать, где-то пост можно найти, катушки там, человек позвонит, он вам там уже сам все расскажет. Все, наверное, все, чего у нас больше ничего нового нету. Кельвин Кляйн. Рыбу хочу, трусы, да, Кельвин Кляйн. Шапка у Базарова новая, рыжая. Да. Тоже от наших раскосых братьев. Да, а покажи еще сумку свою прикольную. Ты ее снял? Сумочка на самом деле. Ладно, все, снял уже, выкинул, нет? А, вот она. Вот она. Вот, вот сюда, да, складывается. Сумка, денежки. Меня, простите, за волосатое пузо. Ну, здесь вот у меня элементарно помещается телефон. Это опять рыжий, да, Базар? Да, опять рыжий. Здесь есть вывод для наушничков или для зарядки, кому как удобней. Ладно, сейчас скажешь точно рекламу. И маленький рассказать. Кармашек. Да, да, да. Нет, это просто моя удобная сумка, которую. Ну, они нет. Нам не поверят все равно. Не поверят? Костюм на тебе тритон, опять скажут, короче, тоже, да. Пиарим. Вот. Да, очень, да. Кстати, вот сейчас жара, да, и в нем он такой, целый, ну, хэбэшный, в нем не жарко, да. У меня тоже, кстати, от тритон, конечно. Ну, потому что я тебя подсадил на тритон, прости. Да. Верите, вот тоже тритон. Вот тритон. Да, у меня он поплотнее, но мне он нравится, он типа горки. Вот. Но о нем тоже, если там кому интересно, можно, в принципе, обзор потом залепить. Много-много всяких карманов. И тело приятно. И, кстати, он ветра, вроде бы как, ну, мы на скорости идем утром, встаем, считай, в 2 часа мы встаем, в 3 на воде. Вот я так одет, и ну, он не продувает. Кстати, лодка у нас бежит против течения где-то под 42 километра. Если мы, ну, это мы тоже потом отдельно все расскажем, если вот сюда второй человек садится. Вот. Короче, я очень доволен всем. Мы идем ловить рыбу дальше. Есть. Серега, вроде бы хороший. Чувствую. Опа. Да, катушечка, конечно, может быть и подходит, но. Не тяни. Ну, не для тролля. Ну, как-то оно на грани. Есть! Черт! Хороший. В пол воды, парни! 10 метров под нами! 10! Воблер 4-метровый!
Я знал, что ты тут есть. Что тебя так долго пришлось ждать, а? Около двушечки точно. Ну, даже не знаю, наверное, понадобится, да. Ой, хорош. Сожрал его полностью. Угу. Так, вообще, обрубленный силикон. Угу. Блин, меня они, по-моему, сожрали эти мошки. Откуда они взялись? Не было же их. А я здесь стою такой вообще весь гвоздики, да? Я что-то расслабился и даже не взял ее с собой. Ну там вчера мы быстро спрятались от них. А мы вчера в это время еще в дороге были. И ты кричал, что мошки нет. Ну так ее не было, мы же в магазин ходили, ее не было. Блин, капец, они что-то вообще меня атакуют. У тебя их вообще нету. Ты они чё? Вокруг меня, они просто сидят на мне. То есть они на тебя сидят, а меня жрут, да? Да. Они летают, но они пытаются. Да что такое-то вообще, не знаю, что случилось-то? Эй, алло! Мошка! Масло одна вот завалилась. Капец, они пробрались мне вот под эту и там щекочет меня. Кошмар. Это капец. Взял? Красавчик. На большой это, да? Да. Вот так вот. Видишь, большой размером подавай. Ой, хорош. Больше килограмм. Толстенький. За пузо как-нибудь лучше. Опа! Еще? Да. Пошла раздача, да? Сошел. Сошел? Ага. Да, июнь. Жара, мошка. И судак. Ну я что говорю? Теперь что, тоненький? Ты взял бы еще, не знаю, лайтовую палочку какую-нибудь, да. Ну, что, за счет тебя такой. Кормовой. Представляешь, Сергей? Крепит, что ли? Нифига он там так себе ноздрями-то засадил. Офигеть, он не хочет ее продавать. А Соник по нему хочет засадил. Кто молодец? Ой, судачок пошел, судачок. Ротон. Ротон. Ну, царь, ротон. Хорошо, пожарный, кстати, мужчина. Ну, жарный.
будет. Хороший волчок. За это нам будет хватить. 6 грамм. И вот такая вот крокозябра. Прям проглатывает. Офигенно. Он мне сломал, он мне перестал работать. Он какой-то мертвенький уже стал. Эй, очнись. Херачит, вон еще. Видишь? Да вижу, не могу понять, кто это и кого это. Ох, Серега! Что-то хорошее залетело. Прям на падение, где-то, наверное, ну, в пол воды точно. Спиннинг до 75 грамм у меня, братцы. Катушечка, Team Dragon крутит без выкачки. Нормально, не трещит. И что там, ты помочь? Ну, подсак нужен, да. Ой, да ладно. Ой, давит. Красота. Ой, лепота. Нет, судачок. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Красиво. Он здесь. Я не вижу. Ну, полторашечка, наверное. Ну, как красиво, да? Как будто там вся трешечка, двушечка точно. Ку-ку, лупастенький! Смотри, как взял хорошо. А, и причем почему-то за низ. Обратил внимание? Попался, лупоглазик. Сейчас хочешь другую разловить? Нет, там вес большой. Напряжный вес. Там только груз. Сколько? 55. Есть! Больше это мандалай, что ли, силиконовый. Кайф-то какой, а, парни. Вот это кайф. Палочка 75 грамм, как она гнется. Да. Чё молчишь? Воюю пока с ним. Ну слушай, здесь, конечно, я затрудняюсь уже сказать после того. Но очень приятно. Я даже не знаю, что... Серега, подсак. Ой, хорош. Серег, ну там, конечно, не трешка, но... Ушко уверенное. Так, все. Сейчас мы немножко разберемся, и тут, знаешь, по точкам еще будем лазить. Сам боюсь. Я не знал, что там коряк есть. Ну, ветерочек. Дайте ветерочек, пожалуйста. Слушай, может, вентилятор подключим? Мне.
Да, пахало предлагаю тебе с собой напоить. Да ну нафиг. У меня камера на башке, еще вентилятор. Тебя же вообще трындец делает. Вот он, Серег. Если это он. На 5, на 6 стоит. И на 8. Я прячусь. Да нет, на лодке написано. А он будет ловить. Да? Все ляви. Блин, боюсь его что-либо сказать. Что... Не, ну это хороший. Угу. Хороший, ну, хороший. Бублю приволок. Пустой. Давай быстрее. Сейчас, подожди, я тебе скажу, как завалит. Если ты уж... Он хорошо дает. Профессионализм? Кило 800 где-то, наверное. Опять, значит, фридайвер с красной головешкой. Ну все, у нас ходит, Серега, прям аж как мало его. У тебя ее много. У тебя вся шапочка где? Нравится ему цвет. Ага. Отдайся. Блин! Да, я видел, 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 видел. Он за хвост берет, блин. Подразогнут это, когда мы унимали. Длинники нормально держат. Сетки рыжие. Понятно, уже было. Сколько мы уже поймали, прям вот именно при вываживании. Когда он. Назаров, тебе что-то пена пошла. По-моему, тебя заразился телечь. Нет, ты посчитал даже зубами. Ну вот, по идее, они. Я бы, наверное, мог предположить, допустим, жерех там, да? Оказывается, возможно, этот как раз это стоит сюда.
даже получается, а, ну да, может быть, если вот эта вот дверь стоит, да. Он прям по спину почти. Прям пипец, сколько спит. Не хочет нас метрить. Мне кажется, ты больше ощущаешь приманку. Хотя, блин, он настолько похож на малька. Игра. Он очень, у него очень интенсивная игра. Нет, сидит, но маленький. Что ты? Даже воблер работает. Неужели ты хоть малька забагрил? Маленький судачишка. Пипец, а? Стоит, да, 15 метров глубина. А пойман с 5 метров. Ну, это просто капец. Это шедеврально, да, на смотрик. Серебристого цвета. Все время мечтал его разловить. Очень красивая приманка. И вот мелочь поймал. У него, видишь, какая игра, смотри. Он боками играет. Капец, это надо. Еще одна поклевка была. 8,5 метров. Воблер маленький, 4-метровый, 3,5-4 метра. Капец, с чем связано? Почему он поднялся? За мальком? Глубина 9 метров. Еще одну руку, еще заглубиться хочу тоже. Где-то там уже. Вот они, походу, стоят, я говорю, на 6 метрах. Можно попробовать бандосами. Колоссальное количество поклевок стало. 10 метров. Макар, можно в заброс ловить. Был 11 метров. Поклевка была. Есть. Хорош. 11 метров на бандос. Бандос ныряет. Ну, на коротке сейчас у него, может, метров до 6. Наверх идет только, тебя сейчас все вполне. Багр, хочешь сказать? Ну, багр вряд ли, но нехороший просто. Там бог его знает. Давай, давай, все. Сюда его прям веди. Ну, не так-то, конечно, ожидалось.
Офигеть. Давай, Серега, быстрее, время у нас. Работает, работает. Поклевка была? Да. Все-таки будешь продолжать меня повады ловить. Глубина 10 метров. Хотя, наверное, глубина 10 метров. В пол воды. Все, мы раскусили его. Это хороший удар, я думаю, ты видел боковым зрением. Да, да, да. В пол воды, где-то на 4 метров. Если это не багр, то это очень хорошо. Какой багр? В пол воды багра не бывает. И какой? И какой? В пол воды. Но объяснения, когда они должны быть какие-то, какая-то логика должна присутствовать. Если рыба куда-то уходит, то они перестают действовать, а просто куда-то уходит. Да, 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 да. По воды, видишь, я никогда как бы не рисковал, потому что, блин, есть. Есть! Уж сошел. Обалдеть. 9 метров. 5-метровые приманки. Не факт, что и вечерний. Да, не факт, что вечерний, может быть, утром. Ну, а тут просто, да, одного, один должен по верху, ну, так идти, другой по дну. Ну, по... отслеживать горизонт, где он стал. Да. Готовься, Серега. Но он стоит, правда, 4,5-5. Нет, я думаю, под ним пройдет вовремя. Еще ставит. Блин, прям есть! Черт! Хороший. В пол воды, парни! 10 метров под нами! 10! Воблер 4-метровый! Ну, не очень хороший, но это шизец! Нет, мелкий. Относительно. Это шизец! Все, короче, 2 дня уже поймать ничего не могут. Это, конечно, результат не очень, но только что Серега взял в пол воды на трёрку. Капец, капец. Работает, капец. Она моя. Все, короче. Ну ж страшно в пол воды ловить-то. Дальше пойдем, пойдем дальше. Это ж ненормально. Есть объяснение. Если его у дна нету, где он? О, вот ты! Молодец, Базаров! Илюш, молодец! Нальете сегодня водочки. Халява! Ты больше не будешь за это брать меня деньги! 11 метров. 11. Это шедеврально. Это просто шедеврально. Просто вопрос, как бы, да, на дне-то он тоже может быть. Хочется еще один спиннинг запустить на днище. Я уже не поддался на это. Опять! Это капец! 10 метров! 10! Это шедеврально! Таким макаром можно еще потом бандосами попробовать поглубже пройти. Просто вопрос, вот насколько. Эти 4-метровые. То есть он бубер где-то уходит, ну 4, ну максимум 5 метров, максимум.
коротке, вот я просто я его и тащу на коротке. Мы просто начали ловить на подмотке, на крупные приманки, на подмотке, когда уже все. Ну, просто вот вываживаешь, там, не знаю, осталось, ну, 10 метров. То есть он явно дна не касается и где-то на 5 метрах. И решили, короче, проверить. Серега Базаров просто в том году ловил тоже случайно в пол воды. Вот. И пробовали мы в октябре, в апреле, не получалось у нас ничего ловить, мы сильно не упирались. А здесь просто как-то, ну, сейчас вот мы, в принципе, отловили сейчас по, ну, по донным приманкам, скажем так, по крупным приманкам, по одной тут неплохо, мы взяли там порядка 6 хвостов. Но как-то все равно это виловато по сравнению с предыдущими днями. Люди вообще, то есть другие, там 2-3 хвоста что-то киловят, говорят, что очень плохо все. Вот. И после вот этого вываживания, когда прям он садится, ну я говорю, прям, может, в метре от дна, там, в 2 метров, ну не от дна, точнее, от поверхности воды. На джиг тоже очень много у нас было поклевок, когда прям вот джиг тут начинает падать, и моментально мы даже, ну, мы не готовы к этому, и тут же поклевка. Вот. Там вообще спиннинг стоял в стакане с приманкой, и она просто болталась. Да, 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 да. Вчера там просто поклевка. Висела у меня, ну, приманка, я, ну, отдохнуть решил, и была поклевка прям, ну, не знаю, там, насколько мы там, метра полтора-два, может, погружена, и была поклевка с удачей. Ну давай еще-то. Сейчас перекатусь. Ну я просто сюда ближе бежал, там. Там, ну, пока еще там глубоко. Покрупнее бы еще приманки. Была? Да. Ну тогда сейчас мы еще подключим, поиграем. Белый ходок. В камеру включи ходок. Нет, подторчу. Короче, только что. Ой, вообще, 9 метров. Отпуск 89 футов. Ты смотри. Давай, давай, тащи. Нет. Тоже... Нет, ну, ну хорошо, давай мне теперь. Какой у тебя отпуск был? 81. Ну где-то мы рядом там. Подожди. Давай. Давай. Ну он за хвостик прям хватает. Да. Прям за хвостик. Поэтому и скот. Можно вешать побольше тройник на хвост. Снимай. Ладно, Серег, сейчас просто заканчиваем, мы едем, наверное. Там чистить и чистить, там прикрепить. Что, почистили? Давай. Все, сворачиваемся. Ну, надо ехать, да. Мы лучше просто завтра пораньше начнем процедуру. 2 часа ночи. Все, друзья, эта рыбалка у нас сейчас заканчивается. Спасибо вам за вечернюю рыбалку. Спасибо, Сергей. У нас целый мешок рыбы. Все, данный воблер — это лидер. Просто лидер. Белый ходок. Иметь каждому в коробке. Раньше об этом мы не знаем. Все же логично.